Аграры Гомельской области убрали больше как треть палетков, отведенных под зерневые и зернебобовые культуры. Самые высокие темпы работ у Лоевским, Брагинским, Решицким и Хойнинским районах. Агульный намолот господарок региона на сегодня каля 270 тысяч тонн збожжа. Средняя урожайность по области крыху больше как 23 центнеры с гектара. Але у шерагу районов сбирают по 30 и больше лидеры по гэтым показчику Решицкий и Житковицкий районы. У апошнім, дарэчы, добрые выники и сярод сялянских господарок. Дмитрий Котов с подробязностями. Віктор Гурын – механізатар з 20-гадовым стажам. Наяўнасць багатага вопыту і працы на новым камбайне як дзве складаючыя поспеху на жніве 2019. Аднак, як і ў іншых раёнах, свой негатыўны ўклад у сёлетнюю кампанію ўнесла надвор'е. Працяглыя дажджы скарэктыравалі планы. Калі звычайна праца распачыналася ў 10 гадзін, апошнія дні не раней, чым у 11. Механізатарам прыходзіцца чакаць, пакуль прасохне зерне. Больш часу патрабуецца ячменю. Гэтая культура пасля ападкаў даўжэй подыходить до необходной кондиции. Уборка сложная, полеглицы много, но будем стараться убрать вовремя. Даже дождь получается тоже, да, сушить надо, работать допоздна, насколько позволяет световой день. Сваю сялянскую гаспадарку Міхаіл Шруб арганізаваў яшчэ ў 93-м годзе. На яго памяці не адна ўборачная, калі ўмовы былі больш складанымі. Фермер адзначае, зараз стаіць звычайная задача, на выкананне якой не патрабуецца нейкіх звышнамаганняў. За последние несколько лет мы, как все, немножко отвыкли от таких условий, довольно сложных, и произрастания, и уборки. Но всякое было. А зимы у нас идут очень хорошо. Урожайность, допустим, озимой пшеницы у нас превышает 66 центнеров, где-то около 70. Что касается яровых, ну, я думаю, за 40-45 мы выскочим. Это позволит нам решить главную задачу – обеспечить наше многочисленное поголовье КРС и свиней кормами в полном объеме. Под зерневой у селянской господарцы отведено 550 гектаров. На палетках працуют 4 комбайны. Их задача намолотить не меньше за 2000 тонн. Гэтую лишбу пасля плануюць дополнить зернем кукурузы. Яшчэ плюс 6000. Улічваючы добрую ураджайнасць, планы реальные. Главное, чтобы комбайны были не ломались. Главное, чтобы процесс этот уборочный, конвейер не останавливался. Иногда это дает сбои больше, нежели от погодных условий. Но это от нас зависит, поэтому работаем на то, чтобы не стоял, не останавливался этот конвейерный. И зерноток, и транспорт, и доставка, и уборка, и сушка, все элементы. На сегодня у селянской господарцы убрано амаль 40% палетков. Полностью работы планируют завершить до конца наступного тыдня. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район.